Супруга временно отстраненного главы ГФС Романа Насирова готова отправиться за решетку, чтобы ее мужа отпустили на лечение в США. Сегодня Екатерина Глимбовицкая через соцсети обратилась к президенту Петру Порошенко. Она просит главу государства о содействии в реализации права на лечение ее супруга. С этой просьбой лично к антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому пришел и сам Насиров. По его словам, квалифицированную медпомощь ему могут оказать только в Соединенных Штатах. Диагноз и подробности лечения он озвучивать отказался. В САП на действия фискала уже отреагировали. Там утверждают, что будут действовать исключительно в рамках закона. Мне действительно нужно пройти там лечение, на это нужно десь 10-12 дней. И, как я уже сказал, я готовый на любые решения антикоррупционной прокуратуры, чи суду, чи додаткові якісь гарантії для того, щоб це зробити. Було розглянуто в цьому засіданні вказане клопотання про зміну запобіжного заходу, і в суду було, судом було відмовлено. Тому ми будемо виконувати будь-яке рішення суду, яке набере законної сили.